Ой, Танечка, все. Что все? Говорит, мы все. Что все? Импотент. Ой, я тебя умоляю, не переживай. Мой давно импотент. А это уже трижды как стал импотентом. Говорит, в смысле? Да вчера с лестницы упал, все пальцы поломал и язык прикусил. Барышня подтягивается, так берет телефон, набирает номер, говорит, алло, Коль, ну ты где, я уже проснулась, а тебя рядом нет. Галя, ты где, блядь, проснулась, а? Легализовали, наконец-то, проституцию. Ну и две проститутки на пенсии встречаются, одна говорит, ну как? Дали пенсию? Да, говорит, и я получаю, говорит, уже все. Говорит, у тебя какая пенсия? У меня, говорит, 4200. Да ладно, а что же у меня только 3500? Говорит, а ты миньет делала? Говорит, ну да. Вот, тебя высчитывают за дополнительное питание. А вы подписаны на анекдоты от А до Я, а?